По проекту Хуторского парка здесь планируется облагородить и озеленить территорию. В центре построить амфитеатр. Это позволит проводить больше различных мероприятий. Символично, что парк называется «Дружба». Здесь же детские комплексы, тренажеры для взрослых, скамейки, зоны для отдыха. Нам очень хочется, чтобы развивался поселок. Все жители хотят это. У нас очень много людей, к сожалению, уезжают, но и молодежи остается немало. И нам бы хотелось, чтобы здесь гуляли люди, радовались окружению. Все было очень красиво и приятно. К нам приезжает очень много гостей из других регионов России, и поэтому мы бы хотели соответствовать. Принять участие в рейтинговом голосовании можно будет уже в это воскресенье, 18 марта. Жители хутора Заря смогут отдать голос за свой проект в местном Доме культуры. Для всех остальных жителей Анапского района будут работать еще 54 счетных комиссии. Где они расположатся и какие еще проекты участвуют в программе, можно узнать на официальном сайте администрации и на нашем anaparegion.ru.